Если вы успеете принести необходимые документы, можно в понедельник в 17:00. Что скажете? Юсуф? Хорошо, хорошо. Мы сделаем, что необходимо. Могу я взять ваше удостоверение личности? Подпишите здесь. Поздравляю. Спасибо. Джевдет Ялчин. Где ты был? Не знаю, где я был. Ты снова загружен. Снова задумчивый. Как я буду терпеть, брат? Как я вырву и выкину из сердца аду? Где я совершил ошибку? Какую ошибку? Ты умеешь играть в шахматы? Шахматы? Королевская игра. В ней нельзя совершать ошибок. У каждой фигуры своя особенность. Перед тем, как сделать ход, ты должен продумать все вероятности. Иначе только поверив в себя, ты проиграешь. Я тоже, поверив в себя, сделал неверный ход и чуть не проиграл. Мне ведь больше нечего терять. Как я смогу жить без Ады? Что я буду делать? Научишься ждать? Ждать? Жизнь — это ожидать корабль, который никогда не придет, долго-долго глядя в море. Те, кто умеет ждать, обязательно однажды воссоединятся с умиротворением. Здесь дело не в корабле и море. Основная мысль — научиться ждать. Те, кто научится ждать, однажды воссоединятся с покоем. Мне нечего ждать. Пока ты дышишь, и надежда есть. Когда будешь счастлив, найдется то, что нужно ждать. Сказать легко, Джевдет Ялчин. Тебе есть что ждать в этой жизни? Сможешь сделать то, что сказал мне? Сможешь, да, знаешь, что не придет. Моя жизнь прошла в ожидании. Но по-другому. Не смог стать пристанью. Ожидающий корабля. Но в огромных безграничных морях, океанах, стал кораблем, который не нашел пристани.
Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.